Цирк приехал. Шапито, блядь. Муретти, цирк Муретти. Что самое интересное, цирк у нас как бы на левой стороне, а вот, блядь, клоуны почему-то на правой, нахуй. Чё они тут, блядь, делают, хуя знает. Бабушку Божий дуванчик вот повели, блядь, под белые рученьки, нахуй. Так хочется сказать, что здесь, блядь, происходит, нахуй. Ну, я сегодня еду в деревню, блядь. Сегодня должны приехать за каратоном, блядь. То есть два человека мне всех больше как бы компостирует мозг. Один надумал приехать забрать его, второй что-то, блядь, думает, нахуй. То он в лесу где-то там работает, то ему позвони, блядь. То есть, блядь, ребята такие простые, блядь, а? Мне-то это нахера всех обзванивать, блядь. Купите, дяденька, у меня косилку, блядь. Когда вам удобно приехать, я вас буду ждать до ночи, блядь. Всех покупателей других отошлю только для вас. Наверное, они так все и думают. Мне-то это для чего, блядь? Кстати, за косилкой должны приехать со Владимира, по-моему. То есть один, по-моему, с Клязьминского городка. Судя по объявлениям Савита, другой со Владимира. Ну, я 3800 выставил, как бы. Цены Газпрома. Кстати, надо мопед попробовать на... Блять, не знаю даже на каком бензине-то, блять. У нас выбора нет нихера. Лукойл, Газпром. Да этот, блять. Татнефть, по-моему. И Максойл, блять. Больше у нас ни хера ничего нет. Какие-то мальвины, блядь, пошли на. Да, блядь. Сегодня с утра ездил в клинику, блядь. Вытаскивать осколок из глаза, блядь. То ли вчера косил. Попал какая-то песчинка. То ли два дня назад. На болгарке, блядь, играл нахуй. То есть, блядь, у меня как бы 3 года назад была такая же ситуация, 2 осколка попало в глаз. Один я спичкой выкорил, другой протолкнул зрачок поглубже. Ну, чтобы мне века не царапало, блядь. Сегодня уже не выдержал, поехал в больницу, блядь. Ну, то есть, вчера ночью и сегодня с утра пытался его выковырять, блядь, засел капитально, блядь. Косаря дал, еще на 2 косаря выписали всяких. Капель, блядь, пока не покупал, нахуй. Держусь, блядь, наживую, нахуй. Я сегодня в 12 лет приехал, я уже 3-й болгарин был. Или болгар, блядь, или просто долбоёб, нахуй. Наверное, всего, блядь. Скорее, блядь. Как бы хотел давно уже все очки купить защитные, но что-то все, блядь, все никак, потом, блядь. Ну, у меня как бы очки были, просто дети с ними играли, зашмурыгали их, блядь, в них. Ни хера ничего не видать. Вот не знаю, блядь, то ли новый осколок залетел, то ли старый вылез из глаза, блядь. Такая хуйня, блядь. Косаря, да, не греши, нахуй. Теперь хожу как одноглазый Джо, блядь, сука. Глаз не открывается, нихуя, блядь. Вчера его намял так, что он у меня, сука, малиновый стал, блядь. Как у Терминатора, блядь, только не горел в темноте, нахуй. Кстати, для глаз тоже есть заморозка своя, блядь, в виде капель, блядь. 2 капли, нахуй, буквально пару минут, и глаз вообще нихуя не ощущает. Ну, я, конечно, чувствовал, что у меня там, блядь, иголкой выковыривает вот эту вот хуйню, блядь, железную, блядь. Ну, прям чувствовал, как, блядь, кончик вот этой окалины, блядь, цеплялся за иглу, блядь. Ну, 5 минут меня там канаёбили, блядь. Сам бы я нихера не вынул, блядь. Хотя, если была бы эта заморозка, наверное, блядь, вынул бы, нахуй. Прошлый раз я, блядь, наверное, 1 час у меня ушел, чтобы его выковырить, блядь. Ну, то есть, спичку заточил, как отвертку, и по зрачку как бы скрябал, блядь. То есть, большой кусок, который, блядь, торчал менее глубоко, блядь, он как бы зацепился, блядь.
А вынул я его все-таки, блядь. Вот маленький, блядь. Пришлось проталкивать нахуй. Ну, может, он, конечно, сгнил, блядь. Возможно, вчера вылез, блядь. Такая вот хуйня, блядь. И на болгарку я тоже уже кожу хочу надеть. Не первый год, блядь. Ну, то есть без очков, без кожуха, все как мы любим, блядь. Дергаем судьбу за яйца, блядь, потом. Вот такая вот ситуация, блядь, происходит. Вот он, бедолага, блядь. Заберу тебя сегодня или нет, блядь. Уже двое, блядь. Один должен со Владимира приехать, другой. Я, говорит, только 7 вечера могу, блядь. Ну, то есть, блядь. То никому нахуй не надо месяцами, то, блядь. Давай, говорит, нам все сразу нахуй и сегодня, блядь. Так, пойду покажу, что ли, блядь. Че взять-то, блядь? 43 куба, что ли? Там потому что бензин есть. И леску я вчера заправил. Вчера начал косить мошки. Мошек налетело, бы. Сразу свалил домой, блин. Как кому для меня лучше коса, это 33 куба. Хотя, если ей косить высокую траву какую-то по пояс, блядь, по соски, нахуй, не столько косишь, сколько траву с катушки снимаешь, а то все, блядь, наматывает. Ну, с этот еще более-менее, нахуй, от когда вот под конус сделана катушка маленькая, то есть она примерно вот такого диаметра. Здесь вот у нас кос идет, блядь, травой наматывается столько, что, блядь, просто нахуй не крутится даже шпиндель, блядь. А вот на 43 куба такой шляпы нет, ну, блядь, не знаю. Лично для меня вот этот карьер промо по ПЦ 43, он как два ботинка на левую ногу, нахуй. Вроде бы мощный, блядь, но, сука, что-то, блядь, не то, нахуй. Что-то с ним не то, блядь, то ли ручки не так я, блядь, на миллиметр, на два, блядь, не в то положение воткнул, то ли еще что-то, нахуй. Может, сам вес влияет на развесовку, блядь. Не знаю, как-то неудобно мне им косить, блядь. И расход у него такой конский, блядь. То есть 33 куба еще, блядь, куда ни шло. Так, сейчас у себя там покашу, наверное. Вчера около грядок там скосил. Еще с пятницы человек пишет. Вот другой человек со Владимиром. Как это рассчитаться, наличкой или на карту, блядь? Без всякой этой, блядь, хуйни. Воды какой-то, блядь. Все четко по делу, нахуй. Тоже какой-то шоколатерон, блядь. Максим. Не делай с ней ничего, если кто-то захочет восстановить, то дел дофига, блядь. Уже все сделано, Максимка, блядь. Все сделано, блядь. Осталось, блядь, перетянуть сидушку, нахуй, и все, блядь. Ну и решить вопрос. С карбюратором. Или карбюратор обогатит, или бензин в натуре. С этой хуйней, блядь. С Газпромом шляпа полная. Так, Андрей Артамонов, так, блядь, и... Ну, он прочитал, блядь. Здравствуйте, не продали? Здравствуйте, пока не продал. Все, тишина, блядь. Вот тут остальные все. По мопеду, блядь. Хуяк, нахуй. Ну, блядь, шкалолой, ебать, в основном. Бедолага, блядь. Как я вчера не угандонил, блядь. Интересно, блядь. До сих пор самому даже, нахуй. Кстати, он на этом, блядь. На резине. От камней. От берна вот такие вот царапки остались, нахуй.
Мне кажется, он даже, блядь, может и на асфальте провернуть, блядь. Хотя хую знает. Ну, то есть газ у него где-то наполовину идет. Как даешь полный газ, блядь, какие-то перебои начинаются. То ли в свече дело, блядь, то ли в катушке, блядь, то ли хуй. Хуй нам в чем можем, блядь, дело, не знаю. Я, блядь, не знаю. Блядь, хотел сегодня приехать эту кнопку перепаять, блядь. Я вчера, кстати, на другой провод, блядь, подключил, блядь. Ну, с самого вот этого жгута, а не с катушки, блядь. Силовой этот провод, где там 15 тысяч вольт ебашит, нахуй, походу. Кстати, на катушке, если отключить разъем с центрального провода, который на клепке, блядь, мопед заводится. То есть он работает на высоковольтном проводе, блядь, и боковом тонком, блядь. Вот с которого меня вчера угандонило, блядь, током, нахуй. То есть, по сути, здесь, блядь, хуй знает. Ну, на катушку один провод, блядь. И на коммутатор 3, по-моему, приходит. Или 4, блядь, не помню. То есть тут, блядь, работает, блядь, можно сказать, без всего, нахуй. 2 провода, блядь, тупо, нахуй. И все. Руль, рама, 2 колеса, блядь. И движок, нахуй. Вот незамысловатый набор для передвижения на этой... шушлайки, блядь. Назовем ее так, нахуй. Спустя, наверное, 1.5 часа дядя маленько заблудился. То в пробке стоял, то заблудился. Сейчас должен подъехать. Кончился у меня бензин и леска, блядь. Косарь ебаный, блядь. Приехал неподготовлен. Ну, то есть, если, например, косить карвер парома 33 куба, то мне хватает... ну, максимум 2 вид... 2 мотка... на все вот это вот, блядь. С 43-м карвером, с этой ебаной, блядь, катушкой я ушатал, блядь, 7 мотков за 2 дня, нахуй. То есть 5 мотков ушло сюда и 2 ушло туда, нахуй. Пиздец. То есть катушка шляпа, блядь. И высокий оборот, это как бы не держит она на нихуя, блядь. Опять, блядь, эти... сырок ебаный, блядь. То есть покупал я такую катушку EasyHead, здоровую, блядь, Garden что-то там, блядь, Garden, нахуй. Пружина слабовата, блядь, для моих. Хотел вот трионовскую леску взять, ну, которая лежит тут 2 года, которую никак никто не спиздит. Она растягивалась как сопля. А сейчас она, блядь, просто вот так вот, нахуй. Где она мне тут лопалась-то, блядь? Она, блядь. Ну это что за хуйня, ебаная? Просто пиздец. Труховато, блядь, ебаная. И вот работа в полгаза, но уже на топливе. Max Oil заправка. То есть что Газпром, что Max Oil, вот такая вот хуйня. То есть вот боковой электрод, центральный. Нихуя никакой разницы. Весь бензин у нас, блядь, походу с одной бочки, блядь. Что на косах, что на мопеде, блядь. Вот такая вот хуета, блядь. Из-под ногтей. Ну, то есть бензин-то я, блядь, надыбал, а лески на сегодня нет. Вот все, что я успел скосить за час. Ну, здесь под ноль, тут все, каша, нахуй, блядь. Все в труху, блядь, и старую траву, и новую, блядь. Все, нахуй. Ай, блядь. Пиздец, ладно, пошел я встречать дядю, показывать ему каратона и надеюсь получить бабосы, нахуй. 3800 дзынь. Все, каратон покинул чат. На белой Тойоте, управляй мечтой.
блядь. Как-то по-своему грустно, блядь. Так, ладно, блядь. Все это лирика, как говорится, блядь. Жена сказала, маки скосить. Но лески уже нет нихера, блядь. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Хули нам-то поливать, блядь. В деревне все хорошо, блядь. Заебался, блядь, косить. Иди поливай, нахуй. Поливать. Полил, блядь, иди там что-нибудь еще делай, нахуй. Да. Вот так вот, ребята, блядь. Со Владимира приезжают за косилкой, нахуй. Таких, говорит, нету, блядь. Каких таких, блядь? Не знаю, нахуй. Кто не успел, тот опоздал, как говорится, блядь. Так. Кары расстояло. А леску за 2 года так никто и не спиздил, блядь. Что весьма странно, хотя и ожидаемо, блядь. Такого говна я даже, блядь, за 4 сезона, блядь, ни разу не видел. Чтобы вот так вот, как макароны, блядь, ломалась леска, блядь. А когда была свежая, она просто, блядь, при малейшем усилии в латунных втулках самой шпули, блядь, вытягивалась, как песочные часы. То есть, блядь, малейшие, например, здесь вот втулка стоит, малейшее напряжение здесь, и здесь просто, блядь, она меньше миллиметра оставалась сопля, блядь. Не знаю, с чего его делают, блядь. А, во все инструменты, блядь, не во все инструменты, где нахуй. Метисторги, блядь, хапнул нахуй. На Тучмаше, блядь, на выезде из города, блядь. Кстати, смола из лавки все, блядь, никак не выйдет, нахуй. У нас когда дом в деревне был, тоже мы там по слухам, по разговорам, блядь. Блядь, в башке песка, сука, в глазах песка, блядь. Глаза просто, блядь, горят нахуй, блядь. Особенно правый, блядь, где опилка была. То есть, когда у нас в деревне дом был, местные жители сказали, что ему больше 120 лет. Ну, такой был, блядь, такой полуторухлявый, сука. Ну, какой-то год у нас была жара, блядь, 45 градусов, буквально дня 3-4, наверное, 5, нахуй. Смола вот такая, блядь, из-за такой-то трухлявых бревен просто как, блядь, ручей, блядь, текло все нахуй. А как-то с дедом мы хотели окно расширить, блядь, начали пилить. И нахуй пила вставала просто, блядь, от нагрева, нахуй, от какой-то... как она называется-то, блядь? Ну, то есть это... того, что пила елозит внутри бревна двухручная, блядь, она нагревалась нахуй, плавила смолу, ее нахуй, сука, клинило, блядь. Тогда бензопилы были, блядь, только в леспромхозах. У нас сосед был главный инженер леспромхоза Ковровского, блядь. Вот у него Джонсер, это, по-моему, у нее бензопила была. Он говорит, сруб там на баню, что ли, наделал, блядь. Сейчас смотрю, у него там участок запущенный, блядь. Ну, он тоже в годах уже был, за 50 годов ему, наверное. У него младший сын, наверное, моих лет был, лет 15, а ему что же, наверное, под полтос, блядь, если не больше. Ну, наверное, блядь, помер, а детям нахуй ничего не надо, блядь. То есть я там как бы ездил, как там было все 25 лет назад, так оно и осталось, в принципе. Так, ладно, буду докашивать завтра, сейчас буду поливать. Ну, а на этом я свое видео заканчиваю, как всегда, ни о чем.
Ну, так можно было просто в двух словах сказать, что Кротон покинул чат. Облака заебательские, кстати. И больше Кротона на моем канале не будет. Думаю, что надо начинать делать стеллаж. Потом делать какой-то гараж-ракушку и доделывать квадроцикл. И сразу его туда, нахуй, запиздячивать. Потому что я вчера с мопедом, я заебался, блядь. Кстати, нахуй, мне тут еще по мопеду, блядь, мозги ебут, блядь, ребята, нахуй. Дима Заваркин, блядь. Где она находится? Мопед. Ну, то есть, вот это шкалоло, блядь, заебало, если честно, блядь. Кстати, у нас тут мопед, блядь, продаю за червонец. В коврой там, блядь. Там, походу, коробка разлетелась. Или же еще что-то, блядь. То есть, правая крышка картера, где находится сцепление, его просто вышибло вниз, нахуй. Свечи нет, катушки нет, блядь. Фары нет. Сейчас, блядь, найду. Если найду, нахуй. Сейчас на паузу поставлю. Кстати... Где тут в Гороховце, что ли, блядь, хуярит? 11 косарей, блядь, мопед. Блядь. Чё-то все отсвечивает, нахуй. Нихуя непонятно, блядь, что тут, нахуй. Рваная сидушка вся, блядь, жопой объёрзали. 11 косарей, блядь, продают. Кстати, вот такие мопеды есть, карбюратор вперед почему-то. Я сначала думал, что это, блядь, так кто-то поставил криво, но это заводская шляпа. 110 кубов, 10 тысяч пробегу, блядь. На запчасти или установление нет искры, блядь. Тормоза только задние, ну а у меня только передние, блядь. Скорость включается, подарок отдам пакет запчастей плюс крылья, блядь. Также плохая компрессия, так как не хватает прокладки. Хуя себе, блядь. Прокладка-то где, блядь? Ой, блядь, ебаный народ, блядь. Так. Где тут видел-то, блядь, эту шляпу всю, блядь. Сейчас я найду. Кстати, уже, блядь, какое-то второе объявление, блядь, левое, нахуй. Ну, правда, приборная панель у нее есть. Вот такая хуйня. Что тут из картера вывалилось, блядь? Даже педаль тормоза есть, блядь. Здесь что тут, заводяги нет нихуя. Это какие-то левые фотки, блядь. Фары нет, нахуй. Что тут, спидометра нет, блядь. Троса, нахуй. Тут тоже что-то, блядь. Цепи нет нихуя. И вот карбюратор вперед стоит. Я сначала думал, что это, блядь, самопал какой-то, блядь. Но это как бы заводское, блядь. Возможно, меня можно тоже так поставить, но как бы, блять, как сказать-то, а сам вот этот коллектор впускной надо другой, блять. Ну это какой-то левый, блять, объявление, нахуй, сейчас найду. Какие-то фотографии наполовину, блять, как-то нахуй это. Не той стороны, вот он, блять. За 7 тысяч, нахуй. То есть одно объявление 7 тысяч, другое 9. Вот это вот объявление было десятку. 10 косарей, блядь. Цена сейчас 7 почему-то, нахуй. А на том 9, блядь. То есть вот нормальные фотки его, блядь. Та же самая хуйня. То есть двое человек продают. 50 кубов. Четырехтактный, блядь. Хуйня, блядь. Мне вообще похуй. О, 20-й год выпуска, блядь, пиздобола, блядь. 72 куба, блядь, туда-сюда. Вон, блядь, 75 кубов. Можешь мне тоже написать? 79, блядь. С
сцепление горелое, тормоза работают, но нужны новые колодки, мотор в нормальном состоянии. Бронепровод оторван, запчасти, документов нету срочно, бля. Хуе, бля, мотор рабочий, блядь, только этот нахуй. Разъебало, блядь. Я вчера, кстати, эту до 15 косарей скинул цену, блядь. У меня сколько, блядь, 13 500 или 14 обошелся, не помню, блядь. Или 12, или нахуй, не помню, блядь, короче. Ну, то есть тут, блядь, вот такая вот хуетень, блядь. Он в Иваново, блядь, 110 кубов за 7 косарей, блядь. Практически как мой, блядь. Только с багажником этим уебищным, блядь. Одна фотография. Клин поршневой под разбор, блядь. 7 тысяч рублей, нахуй. Ну, правда, с приборкой и фарой, блядь. Так, ладно, блядь, что-то я тут запиздился опять.